Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео Getting Ready With Me, и сегодня мы будем делать такой очень трендовый вечерний макияж, который вы сможете носить это весной, этим летом. Очень интересный макияж с пигментами. Так что поехали! Фишка этого макияжа — это блестки на консилере и такие очень яркие, барбишные, так скажем. Ну, я этот цвет так называю, по крайней мере. Это вот такие вот цвета. Вот он такой, не знаю, бордовый цвет. Весь макияж будет строиться на бордовом цвете, и вам его нужно будет очень много, так что доставайте все свои палетки с бордовыми цветами. У меня, я буду использовать три оттенка, я буду использовать из палетки Naked 3 вот этот оттенок, который называется Buzz. Я буду использовать также... У меня есть Atelier, остаточек тоже такой, видите, оттеночек, вот так вот он выглядит. И я буду использовать из палетки Dior, вот такой вот тоже, два вот таких вот барбишных цвета. Вот этот темный буду класть в уголочек, и также в складочку еще немножко закладывать вот такого яркого. То есть вам понадобится очень много оттенков для того, чтобы показать всю глубину ваших глаз. И, кстати, да, не знаю, заметили вы или нет, у меня сегодня голубые глаза, так что вы увидите, как эти тени, как вообще эти оттенки смотрятся на голубых глазах. Я одела свои голубые линзы, вот. Так что, да, давайте начинать. Все веко обязательно покрываем вот таким бежевым оттенком, абсолютно матовым, без всяких блесток. Также я беру хайлайтер, это у меня Dior 002, и хорошенечко его выкладываю себе вот сюда вот под бровку. Обязательно высветляем это пространство для того, чтобы у нас бровка наша немножко поднялась и веко наше поднялось. Нам нужна хорошая пушистая кисточка, вот так вот она выглядит, пушистик такой натуральный, и этим натуральным пушистиком, обязательно натуральным, никакой синтетики сейчас нам не нужно, мы набираем наш бордовый такой оттеночек и будем класть его в складочку. Почему я всегда вам говорю, чтобы вы обязательно тонировали века, да, то есть в бежевый такой матовый оттенок для того, чтобы последующие все цвета у нас ложились ярче. Вот, на самом деле, видите, как легко это сделать. Оттенок очень пигментированный, поэтому сразу же все очень красиво смотрится. То же самое делаем на втором веке. И сейчас нам нужно будет также этот оттеночек еще углубить. Я беру оттенки уже из этой палетки. Более яркий, кладу его также в складочку. Затем берем натуральную кисточку, вот такую более уже кисточку бочонок, она у нас более тоненькая, да, по сравнению с другими пушистиками. Набираем темно-бордовый оттенок и кладем его в себе вот сюда, прямо на уголочек глазика. То есть это, в принципе, стандартная техника, да, ничего в ней сложного нет. Но это очень трендовые цвета, то, что будет модно в этом году. Очень это все быстренько делается. Если на самом деле тени хорошие, то они быстро ложатся, и вам не приходится их наслаивать тысячу раз. Наслоили. Дальше берем растушевочную кисточку, немножко растушевываем опять уголочек. Этой же тоненькой кисточкой мы прокрашиваем нижнее веко. Бордовым более глубоким оттенком.
Беру на кисточку тени от Atelier. Берем любые светлые тени. Вот такие я беру тени. И чуть-чуть это все дело подчищаем, чтобы оно у нас не доходило до бровки. И чуть-чуть счищаем вот сверху. Прокрашиваем полностью ресничное пространство снизу и слизистую, и верхнее. Практически полностью немножечко не доходим, вот здесь вот останавливаемся, вот сюда вовнутрь не идем. Вот, то есть вот здесь вот чуть-чуть останавливаемся. На самом деле все очень легко. Получился такой эффект более глубокого глаза. Делаем на верхнем веке. Берем нашу маленькую кисточку, любую синтетику, и аккуратненько растушевываем. Сейчас начинается самое интересное в этом макияже. Сейчас мы будем класть консилер и на него блестки. Значит, что нам для этого понадобится? Нам понадобится кисточка плоская, синтетическая, вот такая вот, потому что именно ей будет хорошо выкладываться консилер. И нам понадобится консилер, достаточно плотный, легкие консилеры не берите, иначе блесточки на него просто не прикреплятся. Я беру консилер плотный от Estee Lauder, он очень плотный. Значит, что мы делаем? Мы сейчас выкладываем консилер. Значит, мы берем, прям можно вот отсюда, можно на кисть, это как вам удобнее. И выкладываем консилер. Чуть-чуть нанесли. И кистью распределяем. Вбили консилер немножечко. И теперь прямо на него кладем блестки. Я беру блестки, пигмент у меня от Inglot. Набираю блесточки. И кладем блесточки на наш консилер. Прокрашиваем реснички тушью. У меня, как всегда, XXL.